надежный, целеустремленный оптимист. Я хотел посетить северную страну, это точнее Лапландию, с ее отелями под названием «Иглу», со стеклянными крышами, чтобы лежать и любоваться на звезды и северное сияние. Орел, Орловская область – это моя родина. Я никому не подражаю, иду своим путем. Любимых мест в Орле у меня три. Это Лужковский лес, потому что мы в детстве там катались на велосипедах, мотоциклах, лыжах. Это городской парк, это годы моей учебы в институте и в техникуме. Мы проводили время свободное всегда там и выходные. И это Орловское Полесье, потому что у меня жили там бабушка, дедушка. Я сам там жил какой-то период времени и после приезжал к ним в гости. Хотел бы научиться играть на барабанах. Этому меня сподвигло посещение концерта группы «Сталкер» и впечатлило их барабанщик. Моя любимая одежда – это футболка, джинсы, кроссовки. Не терплю обмана и предательства. Из знаменитостей хотел бы выпить чашку кофе, это с нашим режиссером Светланой Дружининой, пообщаться с ней, что ее сподвигло на съемку таких фильмов, как «Гардемарины» и «Тайны дворцовых переворотов». Гороскопы частично, потому что иногда сбывались, предсказаний нет. Крепкая семья держится на доверии. На машине времени хотел бы отправиться в 18 век, это управление Екатерины II, потому что в тот момент Россия становилась больше, больше становилось образованных людей, прирастали территории. Всегда стараюсь отработать на 100%, после анализирую и смотрю, почему нельзя было отработать на 110%. Сюрпризы не люблю, я за планомерность. Люблю делать людям приятное, люблю дарить подарки, люблю их радовать. Любимый праздник – это Новый год, это праздник детства и праздник семьи. Мой идеальный выходной – это не рано вставать, никуда не спешить и после уехать с семьей к родителям. Счастье – это преданность делу и успех в работе. Я люблю русскую кухню. Это считаю, что самое вкусное – это жареная картошка с салом. Главная ценность моей жизни – это родители, которые научили меня самостоятельности, трудолюбию. Это супруга Ирина, которая родила мне троих детей. Это Владимир, Елена и Семен. И я их также учу самостоятельности, трудолюбию. Люблю кататься на квадроцикле. Горжусь тем, что получил профессию. Работаю по профессии. Выращиваем хлеб и даю работу людям. Новое хотел бы попробовать тогда, когда надоест старое. Но это случится, я думаю, что не скоро. Мое жизненное кредо – сказал, сделал.